Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, я Дезертир, и я надеюсь, вам понравится сегодняшнее прохождение, хотя, скорее всего, это просто проба игры на вкус. Да, наверное, так будет правильней. Ладно, начинаем новую игру. Где-то на старом шоссе 7, в богом забытом месте, на обломках старого кладбища коренных американцев, находится кафе у Джо. Кажется, вы никогда не слышали об этом месте. А разве не вы замещали тут официанта, пока он был в отпуске? Убери все со столов и следи, чтобы была тишина во время ночной смены. Это выдержка из местных правил. Правда, управляющий забыл упомянуть кое-что еще. Кладбище под кафе у Джо стало последним пристанищем двух великих вождей индийского племени. При жизни хмурое перо и смеющаяся птица ненавидели друг друга и делали все, чтобы превратить жизнь врага в ад. Даже после смерти смеющаяся птица не может упустить шанс досадить старому сопернику и использует все доступные средства для этого. Каждую ночь он делает все возможное, чтобы вывести хмурое перо из себя. А это, поверьте, последнее, что бы вы хотели увидеть. Это будет ваш последний опыт. Когда хмурое перо в ярости, он выпускает пар на всех, кто находится рядом. Ну что ж, интересная история, давайте посмотрим, о чем же сама игра. Итак, вам нужно убрать все со столов в конце смены 6 утра. Так, хорошо. Окей. Так, ну мышью-то я могу пользоваться, а вот васт я как бы использовать. О, шум. Да, кстати, шум мы действительно издаем. А, нажмите Е. Так. Подобрать объедки. Я так понимаю, нам на кухню или. Куда нам надо это все отнести? Что происходит? Воу-воу-воу-воу-воу. Что здесь? Откуда-то отсюда звук. Черт, надо вести себя потише. Так. Ага, тут можно вот так дверь открывать. Что здесь звонит? Звонит наш телефон, видать. Фух, выключили. Помыть посуду, нет? Тупо собрать все объедки сначала. Так, ищем объедки. Хорошо. Не спеша, легонечко. Ах ты ж засранец. Оу! Это было нечестно. Я думал, что это нужно убрать. Угу. Вон еще объедки. А почему я их не могу собрать? Ага. Видимо, их нужно тупо выкинуть. Так, извините, игра, к сожалению, блин, в окне запускается, поэтому я не могу контролировать. Если я мышку поверну в ненужную сторону, то будет все очень печально. Я вылезу в окно. Так, мне нужно отключить телефон и выбросить, видимо, ветки сюда. Да.
Один объедок за раз. Падла. Хорош включать здесь все. Вокруг все было тихо. Быстро, 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 быстро. Еще один объедок. Быстро, 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 быстро. Пока это... Пока эта гадость еще что-нибудь не врубила, нам нужно максимально быстро все убрать. Так. Быстренько, быстренько, давайте, давайте, давайте. Очень смешно. Блин, вот носил бы мобильник с собой, что за дебил вообще такой? Оу-оу, он еще холодильник может, значит, включать. Так. Где здесь еще что-нибудь? Бутылка, отлично. А, в конце смены... А что, здесь еще и время ограничено? Ну окей. Я думал, что время здесь не ограничено. Ну, давайте начнем сначала. В принципе, я думаю, что это не такая сложная или большая игра. Угу. А пропустить это никак нельзя, нет? Я просто это видел, ребята. Я надеюсь, мне не придется опять смотреть ролик. Somewhere along the old Route 7, in the middle of nowhere. Серьезно? Ладно, я для вас его пропущу. Итак, вам нужно убрать все со столов в конце смены в 6 утра. Мы это уже помним. Опять я двигаться не могу, как вы видите. А для этого уберите со стола все объедки и выбросите их в мусорную корзину на кухне. Вот теперь стало все понятней. Следите, чтобы за ужином было тихо и ничего не отвлекало вождя мрачное перо. Используйте кнопки вас, чтобы двигаться, и мышку, чтобы осмотреться. Так, пока что я рядом вижу только одну штуку из объедков. Вторую бутылка. Так, ага, здесь раз, и еще, наверное, вот это. В принципе, все. Потом мне, видимо, пропылесосить еще придется. Твою ж налево. Ладно, давайте быстренько бегать. Мы можем бегать, пока все тихо. И выкидывать мусор. Раз. Раз, 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 раз. Там, видимо, какие-то объедки лежат, да? Нет, нет, нет. Здесь тоже нету. Нет, вот бутылка. Бутылка, бутылка. Я предпочитаю теперь выносить все с этой стороны. Ты ж падла такая. Поржать он решил. Смешно ему. А я тут чё? А я тут чё, помирать, что ли, должен? Так, давайте вот эту возьмем. Останется три. Как раз, по-моему, здесь последние два. Так. Так, 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 так. Почему-то я, кстати, громче бегаю иногда. Здесь вроде бы ничего нету. Значит, вот бутылка. О-о-о. Тихо. Тихо, 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 тихо. Заткнись. Все, отлично. И последнее. Прямо тут вот лежит гадость. Черт, закрылась. Так. Готово. Ну, все готово. Я все сделал. Что дальше? Черт, он плиту, походу, включил. А нет, кофейник. Так, хорош. Ну, выйти я отсюда не могу, да? Да, окей. Не надо прибираться. Нет, не надо. А здесь что? Понятно. Он еще сам ржет, когда мы ничего не включаем. Телевизор, блин. А, падла. Он еще что-нибудь не включил. Как на телевизоре ничего
интересного нету. Ну, собственно, в первую смену я, получается, первый день продержался. Я убрал все. Все объедки. Возможно, на второй день что-нибудь. Да хорош, ты чё, никакого разнообразия. Давай, я не знаю, там, включи пылесос, например. Холодильник, ты его еще не включал. Рефрижератор для льда. Что еще надо здесь есть? Плиту можно, наверное, включить. Чайник. Да. Отлично, мы пережили первую ночь. Ну, ночную смену. Первую. Так. Теперь же система та же, но уже 6. 6 у нас гадостей всяких. Нам нужно их опять же быстро отнести и надеяться, что этот негодяй не будет нам мешать. Ну, конечно же, я понимаю, что мешать он нам будет, тут как бы без вопросов. Ага, еще вот тут осталось. То есть три спереди, три сзади. В принципе, пока легко, пока легко. Не знаю, сколько я проживу таким макаром, но мне интересно, что же будет. Просто ты шуткуешь, парниш. Главное, нигде не показывается время. Все, отстань. Время того, сколько мне осталось до конца смены, блин. Ну, видимо, около 2 минут на смену. 2-3 минуты где-то так, не больше. Хотя, может быть, и по-другому. Не знаю, я не особо что-то умудрялся следить за тем, сколько времени занимает смена. Так, где еще бутылки? Рили? Что он включил? Не тут. Ты прям не отличаешься особой гениальностью, включая одно и то же. Так. Ну. Шутишь, да, я понял. Так, следующее. И осталось что-то последнее. А, где-то здесь. Реально так, кстати, удобнее, ну, когда я сам с конца начинаю, то есть и все. Все, я могу отдыхать, в принципе. Я, правда, не знаю в итоге, что он там может еще включить. И что, кстати, вот тут вот, я так и не посмотрел. Ага, здесь офис. Здесь есть телефон. Ключи. Еще что-нибудь. Ну, здесь только телефон, да. Надо запомнить, что телефон у нас находится тут. Здесь еще один. Блин, кошак меня напугал. Так, он опять включил лед. Да я соблюдаю тишину, все нормально. Че ты паришь? Заколоченный мотель. Красиво, чё. Сюда вообще кто-то ходит? Вот, просто удивительно. Или я так просто хорошо все убираю, что сюда никто не ходит? Странно. Ну ладно. В любом случае, все весело. Чё, он опять что ли эту хрень включил? Да, походу именно ее. Надо тихенько, аккуратненько вырубить. Здесь он двигается нормально. Тени двигаются как-то медленней. Окей. Вообще пол, кстати, странно двигается. Чайник! Собака! Тихо. Кстати, ночь, по-моему, стала длиннее. Или мне это только кажется. Я пережил еще одну смену. Давайте, я думаю, проживем 3 смены. И на этом, я думаю, в принципе, можно заканчивать. Потому что
вполне хватает. Вот, а сколько, собственно, здесь можно вообще, в принципе, смен прожить, я не знаю, но я думаю, вы поделитесь со мной этим. А вот, в четвертую смену мы просто убьемся, включив все, что только можно. Первые 2-3 объекта вы можете просто на скорость унести, а вот с остальными будет уже запара. Опа! Повесить трубку нафиг. Так. Ну, вот мы сейчас пробуем. Ага, две бутылки еще здесь. Мне, кстати, показалось, что там кто-то стоял. Ну, это, наверное, уже собственные такие глюки. Собственного происхождения, так сказать. Ладненько. Ты, мать твою, шутник, я смотрю. Кстати, вот смотрите, как телефон громко-то реально звонит, он прям... Если он сейчас еще что-нибудь включит, это попа будет. Ну, уже стало чуть... Чуть-чуть сложнее. Пока что чуть-чуть. Ты что, прикалываешься, что ли, не? А ты что-нибудь другое можешь включать? Раз. И где еще, где еще, где еще? Где что еще? Вот, все, вижу. Последние две тоже нашел. Скорее всего, я переживу эту гребаную ночь. Потому что я знаю секрет. Я знаю этот веселый секрет о том, что... Последние вещи нужно оставлять, вот, ну, которые рядом прям с этой комнатой, нужно оставлять их прям вот напоследок. Все, ночь пережита, осталось только выжить. И, по-моему, мы едим какую-то странную хрень. Видимо, это наша еда. Ёбрсы ты. Походу, это опять... Пылесос. Нет, это нечто новое, это пылесос, он включил пылесос. Блин, меня вот этот кошак реально напрягает. Фу, ё-моё, я сам включил. Так, он включил воду. Хорошо. Что дальше, сволочь? Я жду. Давай. Прояви себя. Мы все еще можем наблюдать относительно интересные пейзажи за окнами. Ведь мы находимся в хрен знает где. Серьезно? Ты опять решил включить воду? Тихая смена. Это должна быть самая тихая смена. Все. Сиди и молчи. Не делай ничего. Так, нужно находиться примерно посередине, тогда мы сможем оперативно включать и выключать. Там, кстати, впереди мотыльки летают. Вот я не знаю, заметили вы или нет. Вот, ну, вот, вот сейчас их видно. В левом окне. С краю. С правого края левого окна. Че я сказал, не понял, ладно. Вот, уже там 8, ну и с каждым последующим будет увеличиваться. И я, собственно, сейчас отнесу, наверное, все 8. То есть покажу, что это, в принципе, относительно легко. Наверное, я не знаю, может, я сейчас не отнесу. Вот, но я попробую. И после чего я, наверное, самоубьюсь или что там произойдет, если достичь максимального порога. Максимального порога чего? Максимального порога шума. Да, точно. Модем. Модем у нас находится в офисе. Это значит был не телефон, это был... Это принтер. Получение факса, я понял.
Так, здесь вроде... А, нет, есть. Больше ничего, да? Да. Здесь последняя была. Все остальное находится где-то тут. Вот. Ну, кстати, видите, работает, получается. Работает моя система. Так, он опять включил пылесос. О, тихо. Вы немножко можете вот так вот бегать, но чуть-чуть. Сильно лучше не бегайте. Иначе вас могут запалить. Так. Я думаю, что это нормально получается. В принципе, мы можем таким образом выживать. Ну, я так понял, что ночей здесь будет овер до хрена, то есть до бесконечности. И, наверное, конца у игры, наверное, нету. А может и есть. Сложно сказать. Так, тихо. Захлопывайся. Захлопнулась. Бежим быстро к модему, отрубаем его. Точнее, к принтеру, да, то есть... Стоп, он же... Он к столу вроде даже не подключен. Ах, вы призраки, негодяи. Так. А, хотел сказать, где еще, потом увидел. Опять пылесос включил. Бамс, давай. Отлично. Бежим. Оказывается, с пылесосом бегать можно, но пока он один. Вот, и последнее. Доберись ты. Хорош. Вот, все. Я не знаю, сколько надо заменять здесь чувака, но мы сейчас... Как я уже и сказал, убьемся. Оу, а, то есть, это все, да, то есть вот будет вот так вот. Окей, ну, в общем, как ознакомительное прохождение, я думаю, сойдет. Поэтому всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока. Вот с таким вот веселым вот обедом мы познакомились. Всем пока.